Смотри. Вот какой пулемет. С гравировкой? Ну, не с гравировкой, и там тяжелый ствол, ручка и так далее, дополнительно. Из разряда, типа вот есть еще винтовка, как ее, высокоточная, видишь, тоже, Mark II. Ну вот это все, типа, тоже денег стоит, а-ля. Хочешь, за руль садись. Дилеров, сейчас поставлю метку. У нее ракеты есть, если что. Бесконечные, по-моему. Как-то транспорта полно, на самом деле. Можно и делюкс взять, и что хочешь. Сколько денег накупил? Хит-танк. Почти 19 миллионов. Я уже забыл про Е. Да-да. Не стесняйся. Ну, на поворотах тут, конечно, лучше не врубать. Да, она наоборот. Наоборот, когда на поворотах ты идешь, Е жмешь, она выравнивается. А, да? Попробуй. Это такая фишка. Типа, если она в занос идет, когда ты в повороте прям Е, и она прямо становится. А, ну и в занос еще хрен кинешь. Это такая фишка была в этом... гонки в андеграунде прямо ну в андеграунде тоже заносило, а особенно круто заносило в Most Wanted первый 2005 года, там конкретно заносило. А есть такое, есть такое, да. Ты в гонки не играешь сейчас? Тут что-то Forza иногда сегодня заходил буквально так чисто на полчасика. Так, Most Wanted — одна из любимых и андеграунды. Все же современная шляпа, конечно, из-за Need for Speed. Полнейшая. Уи! Как-то еще удачно. Угу. На ракету переключись. Табом, по-моему, или колесиком, как хочешь. И он гаси этих чоков налево. Вот тут налево. Еще раз Е. Е-е-е, давай, гони. Минус. Вот это было жестко. На метку давай. Там как раз едет челик. Давай-давай. Вот ты веселишься. Надо выровняться. Будешь проходить Most Wanted 2005 года? Прям в нем. Он уже близко. А вот тут я не проскочу. Проскочу, чего? Бери правей. Е. Чего там? Чувак на велике был? Да, не на велике. Бывает. Последний. Ну чем хреново тот же Most Wanted или Underground и гонки проходить?
нужно 2К разрешение делать. Иначе у тебя будет картинка мылиться. Но она и так мылится, в принципе, а не старые игры. Она у тебя будет пикселиться, короче, на скорости. Четкости не будет. Да-да, Most Wanted, там просто капец. Так разбивается. Ого. Маленько проехал. Йоу. Неожиданно. Давай как трамплин используем. Прям на эстакаду сейчас вернемся. Только там аккуратно, там этот баллон взрывной. Не совсем получилось, к сожалению, но попытаемся сейчас исправить ситуацию. Наконец-то нашел выход. С бункером, блин, это, конечно, заморочка. Бегает от игры все. Бункер — это заморочка там. Если в плане оружия разрабатывают, там 50 позиций, они все рандомно разрабатываются. Налево. А, он же свернул. Блин. Случайно нашел. Не бесконтрольный просто. Тулит, конечно, тачка с азотом просто. Тихо. Приехали, да? Угу. Уйдите в дом. Не здесь, что ты, ты. Паркур? Типа того. Что за прикол? Выше, что ли, еще? А, лесенка. Че, лесенка, понимаю. С разгона. Меня. С вашего позволения я возьму штурвал. Да, конечно. Что ты? Что-то она жесть как-то. Или это у меня пальцы такие? Неудачники, догоняйте. На зацепу больше. Да, черт. Легкий полет. Ну, типа, да. Ха-ха.
почти приехали. Готово. О, что это за прикол? Какой? А ты где сейчас? А, вижу. Я улетел, а уже все. Какой табак, наверное, был. Угу.